7 новых подтвержденных случаев заражения ковид и 12 фактов выздоровления в Старом Осколе по официальным данным на 8 июля. Всего с начала пандемии в округе инфицировано 851 человек, 637 местных жителей уже побороли опасное заболевание. По области за сутки добавилось 44 ковид-пациента. Общее количество положительных тестов на коронавирус – 4950. Однако, несмотря на снижение темпов прироста количества заболевших, белгородские власти продолжают закупать аппараты искусственной вентиляции легких. Новую технику для борьбы с заболеваниями легких получат 4 больницы. 8 аппаратов доставят в Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского, 2 предназначаются для областной инфекционной больницы и по 3 аппарата будет установлено в Алексеевской и Чернянской районных больницах. Под возможный осенний наплыв пациентов с COVID-19 ремонтируется корпус детской областной больницы, сообщает портал ГУ-31. Число заболевших детей не возрастает пока, но мы не исключаем возможности, что заболевания будут не только ковидные. Вирулентность вирусов нарастает, и все инфекции перемешиваются, заявила первый замначальника Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области Людмила Крылова. Мы должны понимать, что количество детей осенью с обструктивными осложнениями может быть больше. Раньше мы одной шестикоечной реанимационной палатой в области инфекционной больницы обслуживали всю область. Сейчас потребность возросла в разы, подчеркнула представитель Депздрава.